Внутри меня есть маленькая дверца, не каждому открыть ее дано. За этой дверцей поживает сердце, капризное бичево оно. То жалится, то денежку конючит, а то все подай ему. Я потерял от этой дверцы ключик, и что за ней творится, не пойму. Я только слышу, как за этой дверцей оно стучится с чистотой в 2 герца. Бывало, ты проснешься, словно пташка, душа поет и нежится с утра. А из-за двери, словно старикашка, оно конючит, выпить бы пора. Пришибленный, как будто бы застали меня за чем-то очень нехорошим. Я надеваю старые сандали или влезаю в мокрые калоши, как маленькая школьница бочком, шагаю в магазин за коньячком. Играют на помойках ребятишки и пьют дедушки на лавочках винцо. А я угрюм, как художник Шишкин, уроды беза своим лицом. Оно внутри меня все шепчет, внучка, но тоже мне нашлось я внучка. Говорит, возьми коня какой-нибудь получше. Ну ладно, коньячка так коньячка. И сразу же от радости за дверцы оно стучится с частотой в 3 герца. А может быть, как-нибудь покруче, хотя бы раз отказом побужать. С другой же стороны, его как внучек я вынужден любить и уважать. А то порой не то, чего ты скажешь, оно то стук тихонько, то молчок. Как говорится, сердцу не прикажешь, приходится крутиться, как волчок. А то ведь может страшно случиться, за дверцу никто не застучится. И все-таки пока оно стучится, заканчивая утренний вояж, я с коньяком лечу домой, как птица, и украшаю уличный пейзаж. Детишки шумно шмыгают носами вокруг меня, кружатся, как волчки, и влажными от радости глазами встречают у подъезда старички. Я с вами попрощаюсь у подъезда, ведь все, что дальше будет, вам известно.